Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами «Мыльная пена» с разными новостями. Ну, у нас сегодня в основном скандалы. Начнем с долгоиграющей, как самый расчудесный мексиканский сериал, истории с романом Себастьяна Рульи и Анжелик Боб. Решила наша креативная парочка расшифроваться и объявить о том, что они жених и невеста. Ну, наконец-то! То никто не догадывался. А сколько было интервью, что ничего подобного. Что все это в чистом виде вымыслы и глупости. Еще в апреле Себастьян бил себе пяткой в грудь и говорил, что все это полная фигня, что пресса все выдумала, и вот не прошло и полгода, как этот секрет Полишинеля вышел на свет Божий. Ну, собственно, как мы уже говорили, никто и не сомневался. Научены были пиар-компании с Арасель Арамбулой, когда Себастьян сначала клятвенно уверял, что они просто дружат, а потом застенчиво признал, что таки да, жених и невеста. А потом интернет был затоплен жутким количеством слащавых, отфотошопленных фото счастливых Себа и Арасели в разных видах, с детьми без детей, с машинами без машин, в шляпах без шляпах. А затем они стали намекать на тайный брак, а уже через пару месяцев пресса стала поговаривать об их портящихся отношениях, что, впрочем, они, как водится, отрицали до последнего, пока не грянул гром и Рульи не сделал публичное заявление о разрыве. Ну, здесь стратегия примерно та же самая. Сначала слухи и благородное возмущение этими противными журналистами. Потом жених Анжелик Хосе Альберто Кастро прямо говорит о том, что невеста наставила ему рога. Следом пресса начинает указывать на виновника торжества, который опять же отнекивается. Нет-нет, это не я. А кто? Не знаю. Папарацци снимают парочку в разных местах. Парочка уверяет, что ничего такого, всего лишь дружба. Ну и заключительный аккорд – объявление о том, что они решили стать женихом и невестой. Возникает логичный вопрос. А нафига было из этого делать такой вселенский кипиш? Ответ следует простой и незамысловатый – пиар. И ничего, кроме пиара. Себастьян, видимо, усвоил одно очень нехитрое правило. Сидишь ты на вторых ролях, и с неба звезд не хватаешь. Пиар-роман с Арамбулой выносит тебя на первой странице газеты на обложке глянцевых журналов. Ты получаешь одну главную роль за другой. Так почему бы не воспользоваться возможностью и не проделать этот фокус еще раз? People он такой, он все схавает. А с другой стороны, можно, в общем-то, и здорово напороться, потому что в первый раз все очень хорошо получилось, а вот второй раз может не прокатить. Ну, в общем-то, не прокатит и не жалко. Вот в этой истории единственный человек, которому действительно сочувствуешь, это Хосе Альберто Кастро. Вот уж кому предприимчивая молодуха Анжелик подложила свинью огроменных размеров. Ну, с работой у него не клеится, пресса начала его жрать, чего стоит статья на прошлой неделе, которая была о том, что у него жуткие проблемы, его с телевизора погонят. Начальство недовольно рейтингами его новеллы, но, впрочем, его коллеги его защищают. Вот Виктория Руфу, например, сказала, что он самый замечательный продюсер, ей очень нравится с ним работать, что никаких таких кошмаров, о которых писала одно из желтых изданий, в помине нет, что на работе он как штык, вполне адекватен, работает, все хорошо. Ну, поверим Виктории на слово, уж ей это точно незачем врать, она лицо здесь совершенно не заинтересованное. Вторая история у нас об Антонио Бандерасе. Ну, не стал он умолять свою бывшую супругу Мелани Гриффит вернуться к нему и завел новый роман с девушкой, очень далекой от киношных кругов. Ее зовут Николь Кимпель. Она из Голландии и работает финансовым советником. Ну, многие скажут, что вот она причина разрыва знаменитой пары. А вот и нет. Познакомились Антонио и Николь уже после того, как Мелани потребовала развода. А сама Мелани в ярости от этой новости замечательной и хочет потребовать не только опеки над их общей дочерью, но и разорить Антонио до нитки. Значит, она предъявила иск на 50 миллионов долларов плюс на совместно нажитые картины, предметы искусства и на парочку загородных поместий. Ну и даже наняла знаменитого адвоката, это женщина, которая работала с Анджелиной Джоли и с Бритни Спирс, еще там с парочкой известных личностей. Так вот, стоимость этого адвоката 700 долларов в час.
Интересно, а чё ж так вот реагировать-то остро? Ведь она ж сама же развода и потребовала. Кстати, Антони в недавнем интервью сказал, что всегда будет восхищаться и уважать бывшую жену. При этом на его глаза навернулись слезы. Вот так вот. Очень лирическая история. Ну, а сейчас переходим к истории совершенно детективной. Дон Омар, известный порториканский певец, пережил чрезвычайно неприятные мгновения, когда на его виллу в Пуэрто-Рико явилась полиция и арестовала его по обвинению в домашнем насилии. Его подруга Ребекка Лопес, 26 лет, вызвала полицию и обвинила певца в том, что он, во-первых, бил ее, а во-вторых, угрожал ей огнестрельным оружием, в-третьих, применял к ней приемы психологического насилия, ну, разве что только часовню еще не разрушил, а так, в общем, все было в ассортименте. Напомним, что это не первый раз, когда ходят слухи, сплетни, что он очень не сдержан, как на язык, так, так сказать, извините, и на руки. Ну, писали, что якобы он бил свою бывшую жену Джеки Геридо, что развелись они именно из-за этого. Кстати, совсем недавно их бракоразводный процесс закончился, длился он 2,5 года, наконец-таки имущество они разделили, слава богу. Так вот, бывшая его жена как раз-таки публично выступила в его защиту и сказала, что никогда он с ней жестоко не обращался, что она телеведущая, у нее было куча возможностей об этом или сказать, или написать, ну или каким-то другим образом проартикулировать. Ну а так как ничего этого не было, то и говорить не о чем. Но самое интересное, что причиной развода было то, что Дон Омар изменил Джеки вот с той самой Ребеккой Лопес, и Ребекка даже рассталась ради певца с женихом. Так вот, что у них там уже произошло, непонятно, но через некоторое время Дона Омара отпустили под залог в $200 000, а так как у него назначены концерты в Нью-Йорке, ему свои обязательства надо выполнять. Но надели ему на ногу электронный браслет, да, чтобы, значит, на концерт и быстренько назад в уютную камеру. Адвокаты певца уверяют, что он невиновен, и у них есть тому доказательства. И скоро они эти доказательства обнародуют. Кстати, подтвердило их правоту и то, что жертва насилия быстренько снялась с места и исчезла в неизвестном направлении. Родственники не знают, где она есть. Говорят только, что она, значит, села в свою машину, одета была в определенную там одежду, ее описывают. И все, и нету. А в соцсетях она написала Дону Омару обращение, прочувствованное, со слезой, и простила его за все, скопом. Но не даром, а, как пишет порториканская пресса, за $350 000. Такая вот у нас теперь ценность любви, а точнее разочарования в ней, и ценность побоев. Вот засветил девушке под глаз фингал, да, и заплати, сколько там полагается. Вы спросите, а нет ли чего хорошего в этой жизни вообще, в наших новостях что-нибудь хорошее-то будет? Будет, конечно, да. Первая новость. Мы, например, когда прочитали эту новость, были очень довольны. С одной стороны. Дело в том, что приговорены к 24 годам тюрьмы трое из 10 убийц Моники Спир и ее мужа. Еще один обвиняемый получил 26 лет. Это именно те, которые стреляли по машине и убили Монику. А остальные, их 6 человек, признаны только свидетелями, непосредственно в преступлении не участвовавшими. Тем более, что двое из них несовершеннолетние, 15 и 17 лет. Верховный суд справедливости Венесуэлы вынес этот приговор 24 сентября. Ну, можно сказать, что справедливость восторжествовала. Единственное, конечно, что здесь стоит сказать, справедливость справедливостью, но Монику уже, к сожалению, не вернуть. Ну, единственная надежда на то, что, может быть, для кого-то этот очень жесткий приговор послужит все-таки острасткой какой-то. Ну и напоследок супер хорошая новость. Адамари Лопес беременна. И зря мы, товарищи, стебались над ее нарядом на премии Тумундо. Были неправы, признаем, раскаиваемся и просим прощения. Счастливый отец Тони Коста уже планирует, что будущий ребенок будет танцевать. Непременно танцевать. Вот как только на ноги встанет самостоятельно, так сразу же к балетному станку и пойдет. Ну, хотим сказать, что папаша, конечно, будущий, мягко говоря, ничего хорошего для ребенка
не предлагает. Тот, кто занимался балетом, тот знает, как это здорово, как это замечательно, когда болят ноги, болят руки, болит все тело, а строгий папаша стоит и понукает: ножку тяни, ножку тяни, и так далее. Ну, дело хозяйское, конечно, вот, что хотят, то с ребенком со своим сделают. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.